Дорогие друзья, всех категорически приветствую, вы на канале Слава Курбатов. И сегодня в этом видео речь у нас с вами пройдет о проекте под названием Business Angels. Я уже записывал несколько роликов по данному проекту. И сейчас немного слов об этой компании, об этом проекте. Business Angels у нас занимается инвестициями в стартапы. Инвестируемые деньги он вкладывает как раз в новые идеи, которые появляются у людей. И они, собственно, здесь реализуют. Можно подать заявку, описать свою идею и, собственно, да, ее рассмотрят. Вот шаги, как рассматриваются идеи и, собственно, все те возможности, которые здесь нам этот сайт рассказывает, некую легенду, которую мы принимаем, потому что, как бы, да, вполне возможно, что это, скорее всего, может быть именно и так и есть. Значит, с точки зрения условий входа, да, и вообще некого времени, когда мы с вами будем входить, то сегодня, на данный момент, сегодня у нас 24 мая 2016 года, проект работает всего лишь 8 дней, то есть находится в активной фазе старта, и уже, посмотрите, какое количество, 5685 участников, и инвестировано более $164 000. В принципе, да, серьезные деньги уже получены, и хороший сделан резерв для того, чтобы проект, то есть, в принципе, дальше существовал и нас радовал. Поэтому старт, да, отличный, и я думаю, что мы должны поддержать этот запал, да, который был стартовый некий рывок проекта. Компания официально зарегистрирована, вот есть, соответственно, и тут сертификат. Как вы видите, здесь присутствует SSL-сертификат и Green Bar, говорящий о том, что компания официально зарегистрирована. Вот, соответственно, немного об условиях. Здесь у нас от 1 до, соответственно, 4% каждый день мы с вами получаем. Но первый день, если мы получаем 1%, то начиная со второго наш вклад растет на 0,5%. То есть, к примеру, если мы вложили $100, то на второй день уже получим 1,5, на третий 2 и так далее. То есть вот по 0,5% у нас будет увеличиваться с каждым днем вплоть до 7 дня. И начиная с 7 дня проект уже нам стабильно будет платить 4% в день, включая тело депозита. Вот такая сумма начислений. И моментальные выводы на кошелек здесь имеются. Начисления происходят по рабочим дням. Тоже будьте внимательны, не кипишуйте и не кричите в выходные, что проект не платит, скамы и прочие вещи. Это нормальное явление, что большинство проектов платят именно по будним дням. И начисления происходят именно в бизнес-дни, в будни, а не в выходные. В такой схеме работают большинство проектов, поэтому это норма. Вот, также есть тут паблики в соцсетях, да, говорящие о том, что у нас, в принципе, так проект серьезно развивается, и все новости здесь мы с вами можем читать, смотреть, вот, о полученных выплатах. Вот, собственно, видите, час назад люди выкладывают, что выплаты получены. Вот, соответственно, поэтому тут все работает. Ну и, собственно, я сейчас зайду в личный кабинет, и я сегодня не проверял, но, тем не менее, вот проверим на данный момент, на данный день, платит ли проект и можно ли здесь нам с вами работать. И еще важный момент, который нельзя не осветить и не заострить на нем, сфокусировать ваше внимание, это, конечно, партнерская программа, которая предполагает 3 уровня, 12, 2, 1 от суммы депозитов, но самая фишка и, скажем, вкусность именно партнерской программы в том, что платится с ежедневной прибыли ваших партнеров также вот такого рода процент. То есть с первой линии 12% от заработанной суммы. Допустим, человек вложил $100, получает каждый день, он, например, первый день получил $1. Вы получили $12 как единовременную прибыль реферальная с суммы его депозита, и затем получили еще с $1, который он получил после первого дня, то есть даже прошел первый день, он получил $1, вы получили 12 центов, то есть вот с первой линии, допустим, на третий день он получает $2, вы получаете уже 24 цента. С каждым днем, там, начиная уже с седьмого дня, вы получаете 4 на 12 умножаем, 48, то есть получается со $100 получаете практически $0,5, то есть 48 центов получаем, что, в принципе, согласитесь, каждый день, если идет, то это очень серьезная тоже надбавка к нашему, как некий приятный дивиденд, приятная вкусняшка на этом проекте. И
Итак, по ссылке проходим, которая у вас будет в описании под данное видео, и проходим там небольшую регистрацию, заполняем форму и затем нажимаем вход в личный кабинет. Вот так вот он выглядит. Давайте зайдем в личный кабинет. Соответственно, я здесь вот так, в принципе, интересно сделан. Так, ничего такого выдающегося, но тем не менее так миролюбиво, весьма уютно, понятно. И вот мне вот лично нравится, и очень такой приятный кабинет личный. Вот. Третий день уже, соответственно, я здесь работаю, то есть нашел где-то на пятом дне. И вот у меня был вначале 1% суммы депозита. Я вложил, здесь, видите, $50. Потом был 1.5, потом 2. И вот уже, собственно, текущий день будет уже под девизом 2,5%. Вот еще будет 3,5-4%. Таким образом, до 4% ваш ежедневные начисления в будние дни увеличиваются. Вот здесь указано, собственно, сколько денег инвестируют ваши партнеры, сколько, собственно, мы заработали здесь. Поэтому, видите, по большому счету сейчас денежку выведу и проект нам заплатит, то я уже в ноль выйду. Во многом, конечно же, благодаря моим партнерам и кто заходит, моя команда заходит в данный проект. Вот. Вот здесь вкладка «Партнеры», по ней можно пройти и увидеть, собственно, кто когда заходил. Тут три уровня видны, видны вклады, и вот видны накопительным итогом некий партнерский бонус. Поскольку каждый день он увеличивается, вот здесь сумма также будет увеличиваться. Вот все, кто заходил, соответственно, они вот здесь есть. Также, как вы видите, есть уже и второй уровень, и вот даже появился уже и третий уровень. То есть люди активно заходят, начинают здесь работать, и я думаю, что уже вы тоже, те, кто еще думает и размышляет, заходить или нет, нужно сюда заходить и начинать работать, потому что проект, еще раз повторю, на фазе старта, и в принципе маркетинг так рассчитан, что мы с вами можем, те, кто в самом начале, здесь заработать, и вполне возможно, он проработает очень долго, и выйдем еще тут на серьезный прибыль, потому что у нас, вы помните, у нас тут по маркетингу единовременно и пожизненно начисления идут, как бы, да, вот выплаты пожизненные, то есть один раз вложили и все, и забыли, пока работает проект, мы с вами зарабатываем, это важно. Давайте, собственно, попробуем вывести денежку и потом зайдем на Perfect Money кошелек и проверим, пришли ли они, вот, чтобы вам убедиться. Мне, соответственно, придет смс-ка, но чтобы вам подтвердить, придется зайти на Perfect Money и показать вам. Итак, нажимаем «Вывод средств». И смотрим, на какие у нас кошельки, собственно, здесь доступны выплаты. Ну вот на Perfect Money доступны и на PR 12.3. Ну давайте попробуем вывести денежку на PR. Допустим, 12.3. Выводим. Нажимаем кнопку «Вывести». Сейчас будет подтверждение. Подтверждаем. Приходит смс-ка, что денежка выведена. Так, давайте проверим. Ну, заодно и выведем сейчас. Там у нас еще был $1.38 на Perfect Money. То же самое, 1.3. Выведем на Perfect Money денежку. Подтверждаем платеж. Так, также выполнено. Итак, давайте с вами сейчас зайдем на платежную систему PR. Тут авторизация проходит у меня через SMS, через пароль на почту. Так, еще раз давайте обновим. Так, вот, вводим эти числа и отправляем проверочный код на, собственно, нашу почту. Сейчас я проверю почту и введу этот код. Все, код введен, заходим. Так, итак, смотрим мы с вами начисления. У нас должна прийти денежка в размере, давайте посмотрим, операции. Денежка должна прийти в размере $12.30. Вот видите, с комиссии 12.08 пришла денежка. Проверяем ID операции 8190. 81.90. То
То есть здесь все отлично работает, все нормально. Видите, даже на Perfect Money не будут проверять, потому что сами с вами убедились в режиме онлайн, что проект вот сейчас 19.37 по серверу, по местному, вот он здесь идет, время сервера. А по Москве сейчас 22.38, вот как раз 22.37, здесь тоже московское время на Payre идет. Вот, не среднеевропейское, как, допустим, на Perfect Money. Payre здесь работает по местному времени. Страны присутствия, видите, здесь есть, вот, допустим, да, российский, значит, он автоматически распознает наш часовой пояс, и вот, собственно, ID-операция подтверждена, и денежка пришла действительно на кошелек Payre, поэтому все замечательно, проект платит, платит инстантом, автоматический выплаты, нареканий никаких нет, и я так думаю, что, еще раз повторю, что всего лишь работает проект у нас 8 дней, и это самое время сюда зайти. Возможно, потом, позже уже будет критичнее заходить. Хотя тоже не факт. Смотря какой ход наберет. Потому что пока, как видите, динамика великолепная. И огромное количество участников. Очень большой. Реально для 8 дней. И там не сказать, что прям проект везде прям повсеместно представлен, как это было там с Venture Alliance, допустим, или там с теми же фастами, которые везде дали рекламу, где можно, и только, как я говорил, ленивый туда не заходил. То здесь вполне середняк такой уверенный, понятно, что платят, в принципе, большие деньги, но и рассчитан на большие такие вложения, которые сюда уже приходят, и вы видите, да, тут открытая статистика, позволяющая нам понять и для себя проанализировать, что действительно старт дан, серьезный дан. И я так думаю, что здесь в ближайшие там, дни и, возможно, недели, первый месяц зайдет очень большое количество участников. И вот эта цифра, вплоть там за несколько дней, она может быть удвоится, утроится, а возможно, да, удесятерится. То есть там может быть и 50 тысяч участников здесь будет там, в конце первого месяца. Не исключено. Но, опять же, да, с оговоркой, что скоро лето, и многие люди уйдут, даже несмотря на то, что уходят в отпуска, но тем не менее, многие еще работают, еще, в принципе, июнь, да, он такой рабочий, я думаю, что как раз май, конец мая, еще начало июня, где-то до конца июня, он, в принципе, будет серьезная активность, сюда люди будут заходить, поэтому я так думаю, что мы можем не переживать, что проект будет серьезно развиваться. Но, опять же, выбор остается за вами, и я всего лишь делюсь с вами информацией о том, где я сам лично зарабатываю и где я предлагаю работать вам. Но выбор остается всегда за вами. Поэтому, если вы для себя поняли, что вам интересен этот проект, можете пройти по ссылке, зарегистрироваться и затем принять для себя окончательное решение, заходить в проект, начинать работать или нет. Я, по крайней мере, принял для себя такое решение, потому что я по всем предпосылкам, по аналитике этому проекта вижу, что он проработает определенное время, так, которое вполне можно вот в стартовом неком таком створе выйти в плюс, потому что это важно заходить в такие проекты, в середняки, в начале, они нам дают возможность выйти в плюс, поэтому у меня ощущения такие, но решать опять же вам. Надеюсь, наверное, убедительно и достаточно подробно вам рассказал об этом проекте. На этом все, дорогие друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, на связи ваш друг, партнер и инвестор Слава Курбатов. Вам от всей души, по традиции, желаю отличного настроения и огромного прибольшого профита. Всем пока-пока, увидимся!